Всем привет! Сегодня мы приготовим суп грибной с перловкой в казане на огне. Итак, поехали! Для супа нам понадобятся непосредственно грибы. Осенью сам брал. Перловка на ночь замоченная. Картофель, лук, морковь, кусочек сливочного масла и одна филешка. Для начала все нарезаем мелким кубиком. Затем нарезаем лук, морковь и картофель. Опять же все мелким кубичком. Картофель можно нарезать чуть покрупнее, вот таким кубичком. После того, как нарезали овощи, добываем и ставим казан на прогревание. Казан наш прогрелся, и добавляем кусочек сливочного масла. После чего сразу отправляем филешку. Буквально обжарили 1 минуту и высыпаем наши овощи. Немножко обжарили наши овощи, добавляем грибы. Опять же все обжариваем. Все вместе обжарили в течение буквально 5 минут. После чего добавляем нашу перловочку, которая была замочена на ночь. Ну, тут примерно грамм 100-150. И все это дело выливаем. Затем добавляем 2 литра воды. Чуть-чуть перчика. Сольки. Приправы. И все это дело закрываем крышкой. Минут на 20. Минут на 20-25, и наш супчик будет готов. Прошло полчаса, и осталось это дело только попробовать. Надо обязательно пробовать со сметанкой. Язык заплетается. Насыщенный грибной вкус. Перловка идеально разварилась. Очень вкусно. Пробуйте, готовьте. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!